Сделано в Red Barn. Каждый год с наступлением осени Аннабель Слоун устраивала званый прием. Ужин минимум из 6 блюд, изысканный фарфор, дамы в вечерних нарядах, картинка, которую каждый житель пригорода хотя бы раз представлял перед сном и втайне мечтал однажды на ней оказаться. Однако сделать это было непросто. Гостей Аннабель выбирала с большим пристрастием, а приглашение подписывала от руки. Обнаружить такое в утренней почте означало быть избранным. А того, под конец октября сердца жителей пригорода невольно замирали в ожидании. А вдруг в этот раз повезет? Джонатан Рид никогда не мечтал оказаться на званом приеме у Аннабель Слоун. Высшее общество с его блеском и предсказуемостью не было интересно ему в принципе. Однако именно он получил желанный всеми надушенный конверт. «Не глупи, Рид, иди туда и принеси мне сенсационную статью», требовал главный редактор газеты «Трибуна» и босс Джонатана. «Какую сенсацию можно состряпать с посиделки обжор и подлиз?» – недоумевал Джонатан. «Аннабель Слоун – фигура очень загадочная. Столько лет о ней ходят лишь слухи. Идеальная хозяйка, утонченная леди, аристократка, унаследовавшая огромное состояние после весьма подозрительной кончины своего мужа. Я уверен, у таких в шкафу всегда припрятано по паре скелетов. Ну же, Джонатан, утоли голод наших читателей. Давно им не давали отменных историй». Перспектива написать резонансную статью сыграла на самолюбии Джонатана. Он решил, что кому как не ему проливать свет на чужие тайны. С этими мыслями он взял на прокат смокинг и отправился по указанному в приглашении адресу. Оказавшись в доме Аннабель Слоун, Джонатан с удивлением для себя признал, что атмосфера здесь располагала к удовольствиям. В воздухе витал какой-то особенный дух, от которого слегка урчало в животе. Сама Аннабель также произвела на Джонатана впечатление. Она, безусловно, была красива и элегантна, как утверждали слухи, но было в ней что-то еще, что, казалось, никто из гостей не замечал. Ее глаза таили ужас, в то время как улыбка источала гостеприимство. На ужин подавали блюда, о которых Джонатан даже не слышал, не то чтобы пробовал. Мясо в сладком соусе, запеченные ананасы в кляре из морской капусты, крабовое пюре на тонком чесночном хлебе. Все это предлагали запить выдержанными винами с богатым букетом, а тем, кто любил покрепче, наливали бренди. Джонатан не собирался предаваться чревоугодию с людьми, которых презирал. Оттого явился на ужин сытым. Делая вид, что наслаждается каждым кусочком, он украдкой посматривал по сторонам и наблюдал за гостями. Собравшиеся поглощали одно блюдо за другим и с надеждой ожидали следующее. Поначалу они лишь снимали пробу, обсуждали необычный вкус и хвалили хозяйку за невероятную изобретательность. Но постепенно их аппетит возрастал. С начала приема прошло уже несколько часов, но еда все не кончалась. Нескончаемым был и голод гостей. К моменту, как на стол вынесли десерт, их лица были перепачканы, а рты набиты. Дамы позабыли о красивых платьях и вытирали жирные руки о шелковые шали. Мужчины снимали пиджаки, расстегивали брюки и стирали пот со лба рукавами белоснежных сорочек.
Изысканный прием превратился в пир во время чумы. От изобилия вкусов гости теряли рассудок и забывали о приличиях. Они смотрели на Аннабель голодными глазами и требовали добавки. Она лишь сдержанно отдавала приказы слугам, чтобы те выносили новые яства, и игнорировала развратное поведение избранных горожан. О том, было ли это частью программы, или Аннабель просто устала наблюдать безобразие, Джонатан не знал, поэтому насторожился, когда слуги поставили перед гостями маленькие рюмки на длинных ножках, полные вязкой кроваво-красной настойки. «Финальный штрих!» – воскликнула Аннабель и предложила гостям поднять бокалы. Джонатан последовал примеру остальных, но собирался лишь пригубить загадочный напиток. От терпкого сладкого запаха во рту его свернулась слюна. Настойка была обжигающе пряной, с тонкой кислинкой и фруктовым послевкусием. Сам того не заметив, Джонатан осушил рюмку и вдруг страстно пожелал еще. Голова его вмиг стала хмельной и тяжелой. Мысли спутались, язык размяк. Последнее, что запомнил Джонатан, закрывая глаза, как гости сыпались без сознания, словно шахматные фигуры на поле опытного игрока. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Анны Богдарян из города Новороссийск. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!